Всем привет, с вами Динара, и это третья серия. Сейчас. Наша жизнь на природе. Начнем. Там это тихое место, но тут нас рассоединяет все. Знаю. Но понимаешь, я тебе хотела кое-что сказать. Да. Ты мне не нравишься. Что? Не нравишься. Почему? Не знаю. Но... Я тебя люблю, но ты мне не нравишься. Как это так? Не нравишься. Ну как ты, скажи мне, как? Это невозможно. Возможно. Ты мне не нравишься. Уйди от меня вообще. Странная она какая-то. Что-то я боюсь оттуда спрыгивать. Кровь! Джинджер, помоги! Синши, я тебя не люблю и не надейся. Синши, не люблю. Синши, уйди от меня вообще! Я тебя люблю, Синси! Стой! Нет! Нет, Синси! Ты! Не бойся, мне не больно. А? В этом месте мне не больно. А? Значит, и мне не будет больно. Не больно. Да уж. Что-то как-то мы с тобой не понадеялись. Это просто ужас. Ребята, пошлите куда-нибудь там в кафешку, что ли. Кафешек у нас нет. Надо к маме домой уже побыстрее. Мы уже третий день уже тут гуляем. Пошлите! Мам! Мама! 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 Что, мои дорогие, что? Где вы были так долго? Да, дорогие. Новые платья. Быстрей. Сейчас не в городе. Папа, купи. Я так пишусь. Ты такой плохой. Путешествовали, но очень долго. Да уж, очень долго. 2 дня. А разве не дни? Мы туда вернулись. Ладно. Мы едем домой. Собираем вещи и едем домой. Потому что у нас вещей вообще нет. Пошлите быстрее. Все, там нужно. Пришли. Пошлите. Я уж тут, мам. Давно вас жду. Я специально, чтобы ветер не сдул. Мы же живем-то. Где? Почти на природе. Нам дождь не помеха тоже. Вон какая крыша. Крутая.
Я специально, чтобы не уйти, не уезжал, мам. Умничка, доченька. Вы где-то долго были. Мам, мы путешествовали, а? Все, хватит. Мы путешествовали. Уходила. Че это? Ты что, не понимаешь, здесь ветер? О, да. Спать уже ночь. Я уже здесь посплю. Ну, мам! Ну, доча, ты вчера спала. Позавчера, точнее. Позавчера. А где я буду спать? Сама выспишься где-нибудь. Я здесь посплю. Эй, это мое место. И что? Ну как-то все равно. А, я тут сплю, алло. Мам, пусть она тут поспит. Мы. Да, точнее, вы. Фу, не хочу я спать с ней. Ну и что? А где мы будем спать? Да. Точно. Посплю. Здесь. Да, на полу лучше. Ай, точно. Конец третьей серии. Пока-пока. С вами была Динара ЛПС. Подписывайтесь, ставьте лайки, ну и так далее. И ставьте пальцы вверх. То есть ставьте лайки. Целую.